Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Юрка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва автогонщиков». Привет, друзья! Итак, ребята, сегодня мы прибыли в район стройки, прям в центре Лос-Сантоса. И сегодня здесь мы спрячем по 6 тачек, потом их найдем, почитаем их цены и проведем 3 испытания. Ты как, Юра, готов? Да, всегда готов. Полетели. Итак, ребята, первую машину я поставил очень жестко, это BMW M4, и припарковал я ее вот так. Вторую машину я поставил простенько, прямо на крыше, это у нас Морган. Третья машинка стоит тоже очень просто, это Ягуар, и вот в принципе она. И наконец-то последняя машинка на сегодня, это у нас Маруся, припарковал я ее на крыше, ну и в принципе, ребята, все машины мы спрятали, поэтому полетели искать тачки Юрки. Итак, ребята, все машины мы спрятали, Юрка, короче, погнали. Так, ну что же, сегодня я хочу найти 6 тачек, настроен я максимально решительно. Что такое? Чё такое? Нихера себе! Чё такое? Ты чё охерел? Чё там? Короче, краем глаза увидел, пока ехал жёлтую машину в тенде. Блин, да пошёл ты! Это была самая жёсткая нычка моя, алё! Пошёл ты охренеть! Ты, наверное, думал, что я наверх заеду и вижу, да? Да я думал, там не проедешь даже, как бы. А тут прям её прям так хорошо видно было. Пошёл ты, алё! Ай, понятно. Короче, какого цвета ставил машину, рассказывай. Зеленый, я понял. Удивительно, но факт. Окей, зеленый, я нашел Макларен зелененький. Зелененький Макларен, прям в стене наполовину, что? Да что бы нет. Так, а он еще зафрижен, какой-то новый Макларен. Какой-то новый интересный Макларен. И он прям такой резкий-дерзкий. Окей, по одной машинке у нас Юра есть. Юра нашел, получается, BMW M4, нашел Макларен, хорошо. Так, ну, получается, прошло-то у нас как бы уже тем временем минута, вот. В принципе, 6 машин найти реально, но по времени не знаю, управимся мы или нет. Используем разные тактики и хитрости по поводу телепортирования в байке, чтобы время экономить, да, Юра? Ну да, я вторую тачку нашел тем временем. Да пошел ты, на куда? На крыше этого, амнации нашел Морган. Да куда ты так спешишь-то, ну, молодой? Ясно, допустим. Допустим, да. Хорошо. Пока мне нравится, пока хорошо. Пока тебе нравится. Что по зоне? Это еще у нас слева зона, хорошо. Я на самом деле проехал уже, да, вторую нашел. Вторую хорошо. Нашел в фургоне, Ягуар нашел. Да. Ладно, хорошо, значит я уже... Ай-ю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 , я тебя разложил, а я около мимо тебя проехал, на самом деле. Это синхрон получился. Тачку нашел благодаря тебе. В смысле? В смысле? Чё ты нашёл? Алло? Это чё, я сейчас посмотрю. Чё ты нашёл? Это, короче, вопит магазинчик. Пошёл ты нахрен! Пошёл ты! Вася, нечестно! В смысле ты меня сбил? Я тебя не трогал, это синхрон, алло! Чё за бред? Как это работает? От души машина сломалась, кстати. Пошёл ты нахрен вообще! Я назад бегу, тачка стоит. Иди в задницу. Что тебе сегодня так везет? Уже две машины на шару нашел сегодня уже, алло. Ну не на шару, вот это я нашел благодаря тебе, на самом деле. Ну так на шару, говорю вообще. Капец, да иди ты нафиг вообще, дядь. Ты не наглей тут, а? Вот это хорошее, что получилось, прям нравится мне. Капец, ладно. Значит, а я ехал по своим делам, так там. По своим делам ехал так. Мимо проезжал просто случайно, да? Попал в ДТП, нашел машину, да, вообще да, да. Ну что-то пока такое-то... What the fuck? Это Тесла Кибертрак, ёб твою за ногу, серьезно! Ах ты собака. Я нашел Теслу Кибертрак! Это... Ейма, друзья, этот... Новая тачка Илона Маска, охрененно! Вот это да! Вот это да, прям да. Я, чё по салону? Ейма, он, конечно, недоработанный, но сойдет. Ну, слушай, солидно! И вот это этого вообще, я это не ожидал. Это, конечно, херню, но... Ну, неплохо стоит, конечно. Ну, не знаю, как по общей цене, но я прям рад, доволен. 70 тысяч баксов. Ну, типа того, да-да-да. Прошло 4 минуты тем временем у нас. Уже есть по 3 машинки у нас с Юрой. И нужно, короче, искать дальше. А где еще не было? Еще нужно найти 3 машины. Я, в принципе... здесь вот я сейчас стройку не обыскивал. О, капец, я прям предвкушение всего этого. На самом деле, блин, я вообще катаюсь сейчас непонятно где. Так, а вот это вот такие интересные места, здесь нету ничего. Про мынычку ты вспомнил, про какую? Да. Чего ты нашел? В этом, ну, который прозрачный-то гараж. А, блин, да обидно. Блин, прикольная нычка на самом деле. Реально прикольная, но такое запоминается. Да, запоминается. Так, что по амунации?
Чё по амунации? Смотрим во все стороны, потому что, знаю, ты любишь ставить там разные места в амунациях, но здесь ничегошеньки. Я амунацию всю прочекал, тоже думаю. Обидно. Это, но... Обидно, ничего нет, да. Ладно, короче, надо искать тачки дальше. Давайте мы сейчас здесь поднимемся наверх. Три машинки есть в коллекции, но надо, блин, как бы это, на самом деле, найти еще. Найти еще надо, но... Мне как-то даже идея особенно... Ой, ебой, нашел Getter. Getter нашел, Getter. Nissan. Это хорошо, это очень хорошо. Четыре машинки в итоге у меня уже есть. Осталось найти две, и мне кажется, что они на стройке, вот реально. Потому что, ну... А где им еще быть, как бы? На самом деле, такой райончик-то довольно-таки большой, поэтому... Большой, да, большой район. Тут еще, конечно, ЖД можно проехать, но я думаю, что нет. Прошло уже 6 минут тем временем у нас, и я привез четвертую машину на базу. Getter, причем это Nismo, как бы, это прям солидное тачело. Сажусь на байк и полетели, как бы, дальше. У тебя три машины, а у тебя четыре, да? Я, короче, думал, тачку нашел, это банка какая-то консервы. Ни хрена, ты прям так жестко перепутал, да? Как говорится. Не, она так. Просто на крыше так боком мелькнула. Ага, понятно. Ладно, я думаю, самое время заехать на строечку. Нашу любимую, ненавистную, на самом деле, строечку, потому что здесь может быть как там бы. Так. О, да ну! Я... нашел снизу, короче, BMW i8. BMW i8, да, хорошо стояло. Не, просто вокруг стал объезжать и нашел. Так, 6:40 прошло, осталось найти мне последнюю тачку, а Юрки еще две. И как бы я еще не до конца стройку проехал. И это меня одновременно радует, потому что я догадываюсь. Что у меня закончился фарт. А, ну как бы да, ты две машины настолько на шару нашел, что вообще с ума сойти. Я хочу до конца стройку объехать, и я думаю, что... Успех должен быть где-то здесь. Так, может, это мы ломаем. Быть. Здесь ничего нету, это не ломается. Так, здесь ничегошеньки нету. Ну вот я вот вангую. Нашел что-то? Нашел тачку. Случайно нашел. Случайно? Назад обернулся. Короче, стояла там, где я для тебя кибертрак спрятал. А, да. Я тоже подумал об этом. На самом деле, так же было и с Егором, который ты нашел. Тоже там же стояла примерно. Моя машина, твоя точнее, да. Окей, ну блин, короче, на самом деле, вот последняя лаймовая тачка. И казалось бы, лаймовая тачка, где она может быть, но на стройке я найти ничего больше не могу. Поэтому, ребята, пока ищем. Ладно, я еще стройку здесь прокачусь, подожди. Ай, блин, думал тачку нашел желтую, это эти, блин, шланги гребаные. Блин, здесь только сделано, на самом деле, тоже глаза бросается, но на тебе. Хорошо скинул Юрку. Вот это чётенько. Хорошо. А, здесь я нашел, подожди, машину, да, обидненько. Короче, ребята, осталось уже у нас времени всего лишь 30 секунд, и мы ничего больше найти не можем, поэтому, Юрка, предлагаю показать машины, которые мы не нашли. Короче, Юра, да, здесь я ставил уже машину. Я знал про эту нычку, я сюда ездил, но я на самый верх-то и не посмотрел. Да. Короче, изи-тачка. Да ну нафиг! Да ну, Гелендваген 6x6. Его не заметить было вообще невозможно. Знаешь, как я что я сделал? Я, короче, здесь нашел твой Getter. Уехал так вот вокруг просто. Так вот поехал вокруг, понимаешь? Охренеть. Даже обидно, ребят. Очень обидно. Окей, ребят. Показали машины, которые мы не нашли. Давайте почитаем их цены. Итак, друзья, мы посчитали цены машин. Давай, Юра, говори, что получилось у тебя. 46 200. 46? 56 800, короче. В принципе, мы были близки. Окей, ребята, берем быстрые машины и полетели на первое испытание. Итак, друзья, пришло время для первого испытания «Прыжок веры». Ну давай, Юра, поехал, будешь первый, стартуй на своем Моргане. Тапку в пол Юра выжимает. С трудом, я тоже еду тоже на Макларене. Заметно... Да ну нафиг, я тебя должен был облететь, в итоге я просто приземлился... Смотри, чилю, еду, куда, еду, куда, еду, куда? еду. Серьезно? Я все проехал. Капец. Я себе лакер. Я должен был... Да реально что мне Юра фортожопый? Хэштег Юра фортожопый. Окей, ребят, меняем машины, полетели дальше. Так, друзья, пришло время для второго испытания «Прыжок в длину». Ну и, короче, Юрка, полетели Getter против Ягуара. Это будет интересно. Надеюсь, сейчас мой Getter... покажет свою максимальную скорость, но кажется, это такое. Какая у тебя скорость, скажи мне? Я только поехал 400. 500, и я уже упираюсь. Какая скорость? Еще... Есть 500? Нет, 496 максимально. Серьезно?
Я так плохо полетел, серьезно. Рикошет мне поможет. Нет, не поможет. А ты где? Хорошо, мне это понравилось. Об угол, прям. Хорошо, ладно. Тяжелая слишком. Да, тяжелые, очень тяжелые машинки. В сумме пока у меня два Юрки один и полетели на последнее испытание. Так, друзья, пришло время для испытания дерби. Тесла Киберпанк и против Юры там что? Егор? Или что у тебя там? Да, Яшка. Давай, счет. Раз, два, три. Так, одна жизнь у нас, поэтому... На самом деле такое, потому что у меня вот... Первых просто Ягуара. А я хотел тебя подловить. Я хотел тебя подловить, но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, так. Что по поводу зацепа. Я на самом деле очень-очень-очень широкий, если по-честному говорить. Так. Но! Ёпту! Ты первый коснулся. Фух, а по тормозам все очень плохо, на самом деле, у Кибертрака. Давай две жизни, давай сделаем две жизни, короче. Давай. Так, раз, два, три, поехали. Так. На самом деле у меня Яга овощ, одна машина там была сломана, я уж чинить ее не стал. Не, ну да. Вот, конечно, справляется неплохо. Да, отлично. Окей, ребят, такая сегодня получилась серия. Сегодня мы нашли новую тачку Tesla Cybertruck, новая тачка Илона Маска. И, ребят, такая сегодня получилась серия. Если вам понравилось, то ставьте лайкусики. Всем удачки, всем пока.